Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Косим травку поросятам бабушкиным на заброшенном участке. Картошка начала всходить. Одна половинка, где на черноземе, там лучше всходит, а где ничего нет, там хуже. Все заросло, травка такая. Взяли литовку и косим. Бабушка у нас держит свинок. Хотим мешка два на травы нарвать. Какая крапивка для свинок. Прям заросли. И чистая такая. Вот она. На соседнем участке тоже. Скоро все село зарастет такой крапивой. И соседний тоже участочек полностью в крапиве. Вот бабушкин чушка. Чушка. Привезли ему травки. Чушка. Мухи тут. Но нынче мух мало. Спал. Спал ты, да? Спал, Борюсик? Да, спал. Боря. Это который Лёшка привозил. А, это Лёшка, которого привозил? Да, Боря. Борька.